Центр избирком сегодня объявил, когда состоится сбор подписей за соответствующие поправки. Начнется он 18 мая, а закончится через месяц, 16 июня. Вот только организация сбора подписей – это дорогое удовольствие. Примерно 500 000 латов из кармана налогоплательщиков. Чтобы хоть как-то сэкономить бюджетные деньги, в Центр избиркоме решили объединить опрос по поводу пособий с другим, уже запланированным голосованием. Его тема – закрытие русских школ. Автор – партия «Вису Латвии». Этот сбор подписей тоже займет месяц, но начнется и закончится на неделю раньше, чем голосование о пособиях. То есть продлится с 11 мая по 19 июня. Впрочем, в Центр избиркоме еще сомневаются, что, объединив два опроса, удастся сэкономить. На данный момент говорить об экономическом эффекте от такого совмещения, когда он не полностью совпадает, но и не разделен полностью, трудно говорить, потому что еще вот мой коллега выдвинул вопрос о том, что несмотря на то, что какое-то время одновременно проводится этот сбор подписей, чтобы это проводили отдельно другие лица. У нас в гостях политолог Андрис Рунцес. Господин Рунцес, здравствуйте.